Дети, что это? Это? Это город. Да, это город Таллин. Борис, это Таллин. Борис, что ты делаешь? Я отдыхаю. Ты слушаешь музыку? Да, я слушаю музыку. Это музыка Чайковского. Я знаю. Где карта? Дети, где карта? Я не знаю, где карта. Борис, ты не знаешь, где карта? Это карта Таллина? Да, это карта Таллина. Поехали. Где дети? Борис, где наши дети? Книга. Вот она, я ее читаю. Мама, он читает мою книгу. Очень хорошо, пусть читает. Дети, смотрите, это старый город. Мама, ты не знаешь, кто это? Это? Нет, я не знаю, кто это. Борис, ты не знаешь, кто это? Это Бородин. Ты не знаешь, кто это? Нет, я не знаю, кто это. Простите, вы не знаете, кто это? Это старый Томас. Спасибо. Вот они, стены старого города. Я хочу кофе. Хорошо. Два кофе, пожалуйста. Пожалуйста. Вам. Бежим. Только тихо. Где дети? Где наши дети? Я не знаю, где дети. Я не знаю. Ты не знаешь? А кто знает? Дядя! Что вы там делаете? Я работаю. Thank you.
Вы не знаете, чьи это дети? Я не знаю, чьи это дети. Не спешите, не спешите. Это мои родители. Это мой папа, а это моя мама. Здравствуйте. Дети, где папа? Кто знает, где наш папа? Я? Не знаю. А ты знаешь? Павел, что ты делаешь? Я отдыхаю. Мама, он слушает музыку. Ты слушаешь музыку? Да. А ты знаешь, чья это музыка? Это Чайковский. Ты знаешь, где папа? Он там. А что там? Музей музыки. Как интересно. Это старые музыкальные игрушки. Чайковский. Павел, ну что они делают? Я не знаю. Папа. Мама. Что вы делаете? Мы слушаем музыку. Здравствуйте. Это Толя. Здравствуйте, Толя. Простите, Нина дома? Да, она дома. Нина дома? Да, она дома. Здравствуй, Нина. Здравствуй, Толя. Что ты делаешь? Я читаю журнал. Что делает Нина? Правильно, она читает журнал. Здравствуйте, это Нина. Здравствуйте, Нина. Толя дома? Нет, он работает. Спасибо. До свидания. Скажите, Толя дома? Нет, он работает. Толя? Что ты делаешь? Я отдыхаю. Я слушаю музыку. Что делает Толя? Правильно. Он отдыхает. Он слушает музыку. Ты знаешь, чья это музыка? Знаю. Это музыка Чайковского. Чья эта музыка?
Правильно. Это музыка Чайковского. Дима, кто это? Это мой папа. А это моя мама. Это мои родители. Это его папа? Да, это его папа. Это его мама? Да, это его мама. Чьи это родители? Это его родители. Дима, кто это? Это моя бабушка, а это мой дедушка. Это твоя бабушка? А это твой дедушка? Да, это моя бабушка, а это мой дедушка. Это твои бабушка и дедушка? Да, это мои бабушка и дедушка. Чьи это бабушка и дедушка? Правильно, это его бабушка и дедушка. Нина, ты не знаешь, где мой журнал? Нет, не знаю. Это твой журнал? Нет, это не мой журнал. Повторите, пожалуйста, это не мой журнал. Правильно, это не мой журнал. А это твой журнал? Да, это мой журнал. Спасибо. Чей это журнал? Правильно, это его журнал. Нина, ты не знаешь, где моя книга? Нет, не знаю. Это твоя книга? Нет, это не моя книга. Повторите, пожалуйста, это не моя книга. Правильно, это не моя книга. А это чья книга? Это моя книга. Чья это книга? Правильно, это ее книга. Прости, это моя книга. Чья это книга? Правильно, это его книга. Простите, вы кто? Что вы здесь делаете? Я ничего не делаю. Я слушаю музыку. А где мой муж? Ваш муж? Да, мой муж. Вы не знаете, где мой муж? Я не знаю, где ваш муж. А это? Чьи это дети? Это мои дети. А где мои дети? Вы не знаете, где мои дети? Я не знаю, где ваши дети. Что вы тут делаете? Я? Что я здесь делаю? Да, вы. Что вы тут делаете? Я слушаю музыку. А кто вы? Я Лидия Петровна. Сергей Иванович, очень приятно. А где мой муж? Вы не знаете, где мой муж? Нет, я не знаю, где ваш муж, а где моя жена. Где ваша жена? Я не знаю, где ваша жена. Кто это? Чьи это дети? Это мои дети. А где мои дети? Вы не знаете, где мои дети? Нет, я не знаю, где ваши дети.
Это мой муж. Сергей, что ты здесь делаешь? Где дети? Ну вот они, Лена. Познакомься, это Лидия Петровна. Елена Николаевна. Очень приятно. Очень приятно. А это мой муж. Борис Андреевич. Очень приятно. Очень приятно. Ba 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 ba